Давай. Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, 4К, поздоровайся. Всем привет, друзья. Вот, мы продолжаем играть в Hard World. Так, сейчас мы будем добывать себе красную руду, мы скрафтили себе каменные, точнее, железные кирки, более-менее пережили ночь. Так, бери себе еду, я убил кабана, поэтому мне как бы не надо. Так, и сейчас красную руду добывать начнем. О, смотри, Йетти. Шоколадного цвета. Да, это очень опасные животные, то есть даже круче кабана. В разы. Так, ладно, давай добывать. Так, а, ты решил... А, я думал, мы каждый... А, каждый свою добывает. Я думал, что так быстро. Так, титановая... А, титраниумная руда, блин. Так, а на РТшке есть какие-нибудь ящики? Не знаю. Есть, есть. Их можно... Воу-воу-воу, радиация. Черт. Так, радиация бьет здесь. Так, как мне от нее спастись? Подальше отбегаю от шала. За тобой кабан. Так, сейчас. Вижу того челика, который нас стрелял, видимо. Так, где? Я тут понастроили, непонятно. А, вижу, где ты? Блин, слушай, а радиация что дает вообще? Она до того момента доходит. И потом начинают тебя хп уже отнимать. А, вот в чем фишка. Это, скорее всего, буферки, в одной из них тотем. Да. Смотри, строиться запрещено. Это что такая дальность? Это, а ты где? Значит, ты билдинг. Здесь 2, 3, 4, может быть. Иди сюда. Смотри. Вот здесь вот у них тотем стоит. А это остальные, они добывают им ресурсы. Слышишь по звуку? Так, ну-ка. А, да, здесь буровые вышки есть. Да. Они им добывают ресы. А, здесь они сделали двери, нифига себе. Вижу вон двух челиков. Валим их? Трех. Валим? Трех, нет, бежим. Сейчас на них сейчас... Все, я труп. Сейчас кабаны набегут, смотри. Сейчас на них кабаны набегут. Так, ну я уже жмур. Блин, а посмотреть никак нельзя после смерти? А, все, я появился здесь. У меня пропала руда, черт. Так, я все закрыл. Да, меня тоже убили, но в принципе у меня ничего такого не было. Ну да, красные руды здесь и так вагон, так что... Не, не особо, кстати, вагон ее. Да? А какое у нее время примерно респауна? Так, из меня, кстати, ничего не выпало. Блин, сволочь. Так, а ты где? Я у дома. Сражаюсь с кабаном. Кабан проиграл. Все, я тебя вижу. С тебя выпала майка. Да ладно, блин. Жопа. Так, ну смысла туда идти нету, да? Или мы чисто решим... Ну, в принципе, да, нет. Братан, справа едьте, аккуратней. Ты прям на него просто бежал. Я аж испугался. Так, еда тебе нужна? Я просто кабана съел. Слегка. Слушай, ну тут нам точно не дадут эти, потому что у них там, видишь, буровые установки, они будут думать, что мы хотим зарейдить. Ну, ну да. Я сейчас, знаешь, что предлагаю сделать? Я предлагаю, мы, конечно, потеряем ящик, конечно, но... не хотелось бы этого, но нам тут все равно не дадут поиграть нормально. Я предлагаю сейчас пойти в песке. В песке. Там, это где мы сейчас были? Нет. Мы не в песках были. Сейчас давай, значит, я ремовлю дом. Давай. Ну, сначала беру оттуда. Ну, я думаю, смысла... Как, блин, меня валят быстрее, чем тебя? Или как... О, блин, я мерзнуть начинаю. Что за дела? Ночь, что ли? Здоровье, конечно, жалко. Ну, да ладно, еще сделаем. Так, только прежде, чем ее ремовнуть, возьми из нее ресурсы. Да, я все уже взял. Кабан мансит. А, класс. Так, стоп. Давай-ка, сейчас меня перекидаю. Все, у меня копья тут. Так, вот это, чтобы мне не мешалось ничего на панельке. А, стоп, из тотема забрать все. Нет, ты не заберешь тут ничего. Да ладно. Вот да. Это облом. Так. Удаляй точку возрождения и отменяй этот... Все, все, да, да. Чтобы пустой был. Все, пусть. Сейчас, погоди, да, иди сюда. Давай погреемся хотя бы напоследок. Потому что у меня прям догорит топливо и все. Ладно, все, пойдем. Показывай. Бери компас в руки, ищи край быстрее, которая дорога.
Я думаю, вот быстрее, в ту сторону. Но у меня компас на дом показывает. Где? На где дом. Ну, сейчас дом 1600 метров, наш, начальник. Пойдем, пойдем. Да, на север, да. А что, ты домой хочешь, туда, что ли, бежать, или как? Я хочу добежать, да, сейчас скажу я тебе. У меня 4 минуты, и я жмур. Так, стой. Нет, да, нам нужно домой бежать. Все, ладно, бежим. Окей. Так, сейчас. А нам какую-нибудь теплую одежду скрафтить, или как? Так. Мы скрафтим с тобой. Давай тогда, знаешь, как сделаем? Мы, наверное, сейчас с тобой скрафтим все, что нам нужно полностью. И бежать нам нужно будет в этот, в песке. То вот. Есть это, и да, в какой, с какой стороны? На... О, блин, Йети, Йети, братан. Ты прям на него бежишь. Да, я вижу. Он так бы этот близко так сильно не агрится. То есть, если прям вообще близко-близко подбежать, тогда сагрится. Так, ну ладно. Надеюсь, он за мной не побежит. Он быстрый вообще? Ну, вообще, да. Он, блин, прыгает высоко и вообще... Ясно. Так, кабан что-то долго тебя преследует. Походу, сейчас начнет меня преследовать. Нет, он все еще тебя преследует. Это ты его с топора так быстро? Да. Фига себе. В голову бей, и все. Так, надо похавать. А то дам дубу. 55 секунд. У меня 95 секунд. Подожди, я сожрал мясо 3 минуты. 5 минут. Это показывает... А, это показывает, через сколько я дубу дам. Так, сколько нам еще по компасу? А, левее бери, 1388 метров еще бежать. Че, давай тогда добежим и продолжим, в принципе. Да, давай. Окей. Так, мы дома добрались. Сейчас мы крафтим себе толстовочки, чтобы более-менее выживать в биомчике. А то мы там реально дадим дубу. Так, вот они. Стоп. Значит, 40 кожи, 1 уголь и 5 ниток. Так, надо одевать на себя. Я просрал майку при смерти. Нас там убили, да. Вот. Так, подожди, ты обычную майку? А, ты этот майку скинул. Так, костер, в принципе, горит. Да, нам не холодно, мне тем более. Так. Ладно, сейчас я это все тушу. Да, потому что уже начинает пригорать. Ну что, пошли на выход? Да, пойдем. Так, все, мы на выходе. Так, сейчас я быстренько посею, чтобы если мы придем, то у нас была хотя бы какая-то еда. Так, а нет, кирка вторая. Я не, вторую кирку не стал скидывать, потому что если вас убивают и у вас вот эта вот метка, то у вас может выпасть одно из оружий. Если у вас будет эта кирка другая, то у вас будет меньший шанс, что у вас выпадет что-то хорошее. Да, может выпасть просто тупо эта кирка и все. И это замечательно. Так, это я сразу скидываю в инвентарь. Надо... Блин, тут, конечно, фиговато немного. Так, ты подожди, ты взял материалы? Подожди, ты все срейдил. Ты материалы взял? Да, конечно. Они уже все дома. Нет, в смысле, чтобы построить себе буферку. Мы сейчас добываем ресы. А, здесь? Или мы, да, не пойдем там. Пока за красный? Пока сейчас не пойдем. Мы добудем ресы сразу на два дома. Там, где зеленый биом, и на... На красную, да? Песочник. А, ну все. Понятно. Так, снова... Снова странное потемнение. Да, хоть и прорисовка поставлена на максимум, но все равно что-то маловато. У тебя там на заднем фоне все нормально? Да. Гребаные олени, блин. Я ее киркой пытался убить. Я его копьем добил, чтоб побыстрее. Так. Так, что там у нас? Так, давай не будем далеко от дома отходить, тогда пойдем. А что ты боишься, что нас приедет машинка и нас положит? Нет, я веду к тому, чтобы не бежать далеко с ресами. А, ну, в принципе, да. А смысл? Ну, не, ну, если, конечно, машина приедет, сейчас, то нам... Сейчас выйдем с тобой на жирную поляночку такую. Да. У нас тут мой коллега знает все тут, потому что он уже наиграл более нескольких сотен часов.
Поэтому он тут все выучил. Получается, здесь у меня почти 500, ну и на другом 1500. А сколько всего карт? В смысле карт? Миров, да. Ну вот, то есть, вот мы в одном находимся. А сколько еще можно создать всего, помимо этой карты? Так. Ну, то есть, вот, когда заходишь на сервер, там показывают карту, на которой вы играете. Нет, не показывают, ты что? Вот, там внизу, ну, то есть, смотри, показывают, показывают. То есть, там показана карта, на которой вы будете играть. Ну да, ну, все, только одна карта и все. Разве? Это на Item V2 сейчас экспериментал, который экспериментируется. А-а-а. Ну, она экспериментальная, там очень-очень-очень сильно лагает и... Ну, понятно. Например, ты на одном сервере играешь, там, к примеру, построил, все нормально, оп, сервер закрыли. Фига себе, такое может быть. А, ты про эксперименталку? Ну, конечно, она же экспериментальная. А, я уж испугался, думал, на этом, блин. Нет, на этом ты что, это официальный. Это самый первый сервер здесь. Русский был самым первым? Не китайский, не английский? Нет, русский был. А вообще игрушка от кого? Одна? Вообще, русский производитель, но он его продал. А, понятно, поэтому русский сервер здесь, считай, один, блин. Разработчик здесь один. Ну да, конечно, много чего не доделали, что могли. Вижу бы. Вижу челика впереди. А, бомж? А, с какой стороны? Впереди где? С луком. Ну, как и где сам? Я, получается, сейчас скажу. Блин, ты 200... далеко от бублика? Нет, от бублика... Так, бублик. Фиг его знает. Бублик... Нет, бублик, я... Блин, стоп, сейчас скажу. Ты я... бежал за мной, ты чё? Я нет, я потом свалил. Я начал ресурсы добывать. Получается, я... Ну да, я считаю с бубликом. Ну, на дороге? Да, на дороге у бублика. Беги прямо мимо бублика. Вперед, ближе к нашему дому или от нашего? От нашего бублика, типа, вперед. Блин, так как тебе объяснить-то? Вот куда? Смотри, я сейчас, у меня получается слева дом, справа бублик. Да, вот так и беги прямо. Все. Я тут немножко резцев себе добыл. Опять нашел этот, блин, магнит. Он нужен вообще? Да нет. Он, кроме того, что его можно использовать как... Компас? Да, больше ничего нельзя делать, к сожалению. Ха, блин, такие предметы совсем не радуют, если честно. То есть есть такой предмет, который можно использовать просто в одном крафте и все. Это, конечно, печально. Но и то, что один из ресурсов используется почти везде, это тоже плоховато. Потому что, блин, это потому что нужно его добывать очень много, а он отдает тебе радиации каждый раз. Так, где ты? По дороге, беги прямо. Я, кажется, тебя вижу. Или это заяц? Прыгает. А, все, это ты прыгаешь, да, это не заяц. Зайцы не умеют прыгать. Да, они только летают, правильно? Да, все как... Все после дудки. Дудки и летят. Да, конечно, монстры здесь, ну, не такие, чтобы уж особо. Плевалку мы вынесли быстро, считай. Ты с лука... А у тебя лук с собой, кстати, да? Да. А, ну вот, то есть, в принципе, ее вынесли мы быстро. Единственный минус это, наверное, йети. С ними только с ружьем идти. Нет, почему? Хитрости нужно знать. Ну да. Я их пока не знаю. Меня тут один бомж с копья убивал дважды. Хотя у меня было копье. Да. Так, нам шкуры нужны? Да. О, нифига себе, один на другом. Это два в одном. Ну да. Так, шкуры есть. Есть еще этот. А железо-то зачем мы добываем по факту? Оно же нам сейчас не нужно. Нам как бы нужно камень и дерево. Ну, буферку можно сделать. В смысле? Металлическую. А-а-а. Ё-моё. Да железо вообще нужно будет нам с тобой. Оно тоже везде. Да ё-моё, блин, два оленя. Ну да, ты, естественно, ставишь на оленей. Правильно. На! Блин! Я видел, как он подлетел. Да, я хотел двоих завалить одним копьем. Они просто лоб в лоб бежали. Я думал, сейчас я хопа и минус два. Но, к сожалению, нет. Так, ты куда?
Я здесь, вот оленя бью. А-а, я думал, ты попытаешься буферку лутануть. Да, ты видел, как я взлетел-то? Да, у тебя рогами. Блин, да, с физикой, конечно, здесь тяжко. Так, я уже немножко набрал. А, совсем чуть-чуть. Так, надо перекусить лепесином. Он похож на апельсин. Почему его так назвали? Так, он едет уже АФК. АФК. Так, что-то там, походу, кого-то жестко рейдит. Подожди, а вот хазмат вот этот радиационный, он самый крутой? В смысле? По защите. Да, он единственный. В смысле, это единственная броня? Да, по защите чего? От физ урона, да, от всего вот этого. Нет, вообще ничего. Здесь ни одна шмотка не дает от урона. А, в смысле, серьезно? Да, только если от животных. А-а-а. Я уж подумал, тут будет нормально, а тут оказывается нет. То есть от физуронной защиты вообще нету. Фигово, фигово. Ну, да, здесь есть пушки. Да, вот лучшая защита от физурона — это пушки. Так, что нам сейчас? Сколько нам надо ресов, чтобы себе буферку залепить и все остальное? Нам буферки-то сейчас не нужны, нам стены нужны. Нам нужен дом. Два дома, как минимум на два дома нужно накопить и бежать. Так, ладно, тогда мы сейчас немножко подобываем ресурсы и продолжим. Так, все, мы дома, мы немножко пофармили этих ресурсов, волос. Защита от чего? Защита от солнца в секунду. А куда она одевается? Вместо шляпы? О, какая у тебя моднявая причеса. Да, нет, на голову саму, все, ты уже одел. Все, вот, да. Смотри на меня. Да, 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 я вижу сзади такой классный причесон. Так, на тебе мясо. Одно. Мы ярые фанаты Бивера. Да. Нет, это этот, блин, кто там с длинными патлами был? Еще. Да, тут даже видно, что он кусок мяса ест, блин. Так, да. Ну что, все у нас? Так, надо посадить, будет семки. Так, сейчас я гляну, погоди, сначала. У меня молоток, да. Ну, я думаю, хватит. Подожди, да. Ой. Я могу сквозь стены сажать? Да, это же твой дом. Нет, сквозь стены сажать можно? Иногда. Хрена себе. Так, ладно, что ты еще хочешь скрафтить? Я хочу бетон сейчас сделать и уже выдвигаться. Нам с тобой нужно будет бежать. Будем, ребят, строиться. На зеленку? В песках. А, в песках. Это где мы сейчас были? А, нет, в песках нет, жарко. Жарко, да. Все правильно. Да. Так, что у нас тут про оружие? Копье более крутое. А, слушай, вот, я хотел спросить. А что такое, что за перья? Перья — это вот, которого убивали мы с тобой, воробья. А, это из него падает? Да. Так, различные луки. О, пистолет. Слушай, мы пистолет не скрафтим. Мы с тобой потом все сделаем. Не бойся. Пистолет, он фигово, он вообще больше всего промазывает. Так, две эмки. А, стоп, подожди, тут есть, блин, пистолет, болтовки, ружье, динамит. Лучше дробовик делать и болтовки. Сейчас, погоди. Давай. Да не, я, в принципе, уже все посмотрел, все показал. Если кому-то будет интересно, поставят на паузу. А, тотем. Без тотема мы вообще не вытянем. Блин, ну не факт. Подожди, так, как ты за... Ага, понятно. Так, Камил, у меня что там? Так, что там вообще дичь за происходит в чате? В чате, да, тут что-то орут прям. Это читы, да, он? Много, что ли, ресов взял? А, походу тут кто-то кого-то завалил. И грабанул. Че у нас? Все? Так, сейчас я посмотрю, точно ли все взял. Так, ладно, я кирку себе. Давай железо поплавим с тобой, маляку. Ну давай, закидывай его. Да, железо как раз расплавится, и можем будет выдвигаться. Так, дерево не трать. Уголь нужно воткнуть сюда. А, ну закинь уголь. У нас есть? Да. Подожди, а зачем ты... обработанное железо закинул. Ну, чтобы оно у меня не валялось, оно состакается, потом заберу. Подожди. Стоп. Это как и везде. Надо поставить два сразу, по 160 разделить, чтобы он... как его? Подожди, он куда будет стакать, если по 160 в два кинуть место? Ну, то есть 160 пополам и в обе ячейки засунуть. Что будет?
будет на пол падать. Хрен. А пропадает через сколько? Через минут, наверное, 3. 2. Хреново. Да. Жалко, что здесь всего 2 слота. По идее, в костре тоже 2 слота, да? Ну да. Ну а почему тогда в жаровне 2? Это глупость какая-то. То есть, единственный плюс жаровни, то, что она не исчезает, когда догорает, и все. Так, давай, пока она плавится, на стоп нажмем, чтобы ребят не ждали. Ну да, 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 потому что это будет долго. Когда доплавится, мы продолжим. Все, в общем, мы все скрафтили, да. Хотя порезом у нас хватило на одну болтовку. Но мне скрафтили лук. Поэтому сейчас я буду лажать в геометрической прогрессии. Так, давайте только переключим вид, потому что такой мне как-то не шибко. Вообще, лук занимает половину моего тела. Так, стоп. Во-первых, я буду добывать сталь по дороге, потому что, блядь, с одной болтовкой, конечно, не сильно хорошо бегать. Это там чё? Там есть сталь, пошли. Мы сейчас добежим до оттуда, я тебе покажу пару мест. Там есть сталь? Ну, это хорошо. Да, там есть. Так, а ты дерево собираешь или как? Нет, мы сейчас тупо бежим, потому что я полный залутанный. Если мы это все потеряем, то мы все потеряем. Ну, это замечательно. Так, это очень прям прикольно. Ладно, сейчас мы прибежим на место и продолжим. Ну, давай, начинаем. Так, все. Мы добежали до пустыни, построили себе коробочку. Так. Ну, небольшую такую не достроили, да. Конечно, еще. Так. Что мы нас? Все могем, сейчас все сделаем. Сейчас пойдем валить. А мы, кстати, валить Йети будем, нет? Покажи ребятам, где мы есть по площади. Ну, блядь, по площади где мы? Ну как, типа, да. Вот я вышел, да, тут, блядь, гигантская пустыня просто адовая, в которой заблудиться можно на раз-два. Хотя, благо, наш компас помогает нам, но все же. 2000 там с чем-то метров, 2800 нам бежать. Так, это, я так понимаю, буферка для тотема. Ну, в принципе, да, нас найти, конечно, будет это место трудно, если мы здесь не зарегаемся. Подожди, а получается, если я зарегаюсь в этом тотеме, то... то по факту я сюда прис... точнее, я... компас будет сюда показывать, да? Он будет несколько тебе домов показывать, и этот еще один наш дом. Ага, понятно. Так, давай посмотрим, кстати, это. Да, слушай, это классно. Нет, я думал, что если мы в одном зарегаемся, то все, кирдык. То придется потом перерегиваться и так далее. Тут это по-дебильному бы получалось. Ну, блин, по факту в большинстве так и бывает. Так, хавка кончилась, значит, придется валить животинку. Кстати, мы Йети валить будем? Будем. Только я... сначала посоветуюсь. С кем? Ну, я совет директоров сейчас буду собирать. А, да, точно. Я совсем забыл. Даже не могу сказать, что я в толчок хочу. Ну, ты так и сказал. Ну, короче, ладно. Заседание белого стола, все понятно. Да, да, да. Там будем о воде разговаривать. Да. О водных ресурсах. Да, да, да. О удобрении сельской местности. Так, ладно. Так, ящик нам какой-нибудь нужен будет? Ящик, я сделал, я сейчас поставлю. Сейчас, погоди, не торопитесь. Одну минуту. Ну, скинь мне ящик, пока я поставлю его, потому что какая разница. В принципе, только буфер... Только его нужно правильно поставить. В смысле? При чем можно неправильно поставить ящик? Да, он будет неудобно стоять. А, ближе к стенке, как, так же, как у нас дома? Да-да-да-да. Нельзя разместить здесь? В смысле, блядь, нельзя? Видишь, это и называется правильно поставить. А ты зарегистрировался, кстати? Да. Почку возрождения. Да, вот. Все, выбрал, чтобы я воскрешал здесь и все такое. Так, то есть здесь свои хитрости есть, да? Да. А! Ладно, хрен с ним. Так, ладно, я скину тут кое-какую руду. Все, что я надобывал. Пока бежал. Да, кривовато я его поставил. А как, почему он не ставился нормально? Ну там свои хитрости, я же тебе говорю. Да, но он
знает свои хитрости, все хитрости, большую часть хитрости этой игры, а я, к сожалению, нет. Поэтому у меня все через одно место, все по стандарту. Он что-то хотел прям сразу лететь в игру и все знать? Ну, само собой, прям как царь и бог, просто с каменного топора раздалбливать автомобили, убивать всех с копья с 700 метров. Все как в реальной жизни. Вот смотри, самое забавное, если к нам сейчас забежит Йети. Я прям сразу в буферку и все. И закроюсь. Ты попытаешься открыть, я буду закрывать. Я, к сожалению, кину тебя на произвол судьбы, потому что... По факту, здесь, кстати, есть верстак чей-то, что меня сильно напрягает. Ладно, пока давай он там строится, я пойду себе немножко дерева добуду. Да, вон там Йети, вон чей-то верстак, то есть по факту здесь кто-то был. Да. И как мне сказал мой друг, что здесь, где Йети, да, там много ресурсов. Да? Ну, вокруг него. А вокруг любого Йети или конкретного? Ну, вообще, именно этого. А-а-а. И ближайшего рядом. А тут еще один, что ли, есть? Угу. Так, я вижу... Тут их штуки 5-6. Так, но здесь... А, ну да, мы видели, пока бежали одного. Так, ладно, пока там Механ строит себе, строит нам хату. Я немножко подобываю ресурсов. Потому что нам все равно они нужны, да, как бы. Так что мы добывать их будем в любом случае. Да, конечно, падает здесь. А, нет, смотри. Титраниумная руда упала 3 штуки теперь. Да, здесь есть такая штука, как песчаная буря. Это жесть. В ней вообще ничего не видно. То есть... Хватит жрать печеньки. Или ты купаешь кота? Кота. Бедный кот. А где же мяуканье? Или он просто смирился со своей судьбой? Он смирился совсем. Бедный кот. Смиренно ждет своей участи. Так, я янтарь нашел. Фига себе. Так. Да, здесь так, чей-то... Я сейчас тогда выйду, ну не выйду, а отойду. Ну давай. Вот. Ко мне близко не подходи. Я сейчас топором буду махать, чтобы меня не выкинуло из игры. А, ты сделаешь так, чтобы топором махать все время? Да. Шикарно. Ладно, я пока по округе бегаю, добываю ресурсы. Да, у меня да. По карте все равно показывает. Главное, на Йети не нарваться. Это точно. Правда, я... О, блин, тут, конечно, затемнение, засветление, поэтому... В принципе, я не сильно потеряюсь. Ладно, сейчас мы немножко подобываем тогда ресурсиков. Да, блин, затемнение, засветление, конечно, это жесть. Так, ладно. 4К пока отошел. Значит, сейчас мы побегаем, поищем. Что тут у нас есть? Это что такое? А, это камень. Так. Все, дом близко. Да, нам, короче, как я посмотрел, нам вообще хватило стали всего на одну болтовку. На одну. На одну. Это вообще жесть. То есть нам надо прям набирать и набирать и набирать и набирать. Тоже для одной болтовки надо 150. Мне бы сейчас животных повалить каких-нибудь. Но я пока только видел этого. Как там? Йети. А Йети я, скорее всего, один не завалю. Он просто меня тупо сложит. Так, там какой-то биом или дома, я не знаю, что это, может какой-нибудь данж. Да, там вон тоже какой-то данж, то есть, ну, РТшки, которые можно облутывать, в которых стоят ящики. Я поначалу думал, что там стоят не только ящики, ну, там какие-то типа монстры, типа Йети напихали вагон, да? Вы такой заходите, хренак с вас начинают месить Йети. Да, там штук 5-6 закинули бы на РТшку. Было бы классно, но, к сожалению, здесь таких нету мест. Так, я не знаю, это дома или это камни, или что это вообще такое. Скорее всего, это камни. Так. Главное, игроков не встретить. Опа. Тихо. Обезьяна. Попал. Это плевака.
Ах ты сволочь! Ах ты козел, а? Блин, он в меня попал, отравление. Черт, он накинул отравление на меня. Да ё-моё, забирайся копье. Черт, он сваливает. Блин, вот сволочь. Ну ладно, отравление в принципе прошло. Так, его надо добить. Это мясо хоть какое-то, потому что мяса у нас вообще нету. Но я ему два выстрела точных сделал, так что думаю, если сейчас с третьим мы его добьем. Механу, о, да, механу в этот раз завалил с лука, но это 4К, который... Так, ладно, одного убил, хотя бы мяса вообще нету. Печально, печально, это дико печально. Так, далеко ли я от дома? 300 метров, ну, в принципе, ладно, нормально. Я вижу тут руду какую-то. Ну, блин, я сейчас с голоду помру. Придется, блин... вот это прекрасно. А почему нам холодно? Мы же в пустыне. Что-то не так. Я, наверное, из пустыни выбежал. Так, это нехорошо, это нехорошо. Сдохнуть здесь так. Так, у нас есть костер. А, слава богу, у меня костер есть. Ну ладно, я думаю, я... А, вот, да, смотрите, 79, 80, 81 секунда. 76. Что-то странно, как-то у меня замерзание идет. Так, давай, давай, давай. Ну все, да, мне напрямки бежать. Если что, я сейчас себе костер скрафчу. Да я прям сейчас себе его скрафчу. А, я себе его... Черт, я себе не скрафчу костер. Потому что у меня ресурсов не хватает. Блин, это жесть. Вроде и камня добыл много, да, а все равно ресурсов не хватает. Так, механ сказал, что он там сейчас долбить будет топором, поэтому лучше не попадаться ему под удар. В принципе, можно кильнуться. Да, и все просто прописать. Килл, сдохнуть, появиться здесь и не париться. Так, как он тут захреначил все? Ё-моё, где дверь-то? Братан! Братан, где дверь? А, вот она. Так. Стоп, 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 стоп. Буферка, буферка. Ресурсы, ресурсы, ресурсы. Так, быстрее, 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 быстрее. Костер. Давай, давай. 24 секунды, чтобы я не сдох. Так, где костер? Вот костер. А, это он. Давай, давай. 14 секунд. Братан, мы будем жить. Мы будем жить. Какое-то время мы будем жить. Но у меня нет еды, да. Так, ладно, я пока скину все вот сюда, в буферку. О, он тут, смотрите, ресурсов-то притащил, вагон. А, он боялся, что он помрет. Поэтому вот так все сделал. Так. Ну, блин, все равно, 16 руды всего. Это тиран твой. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас в верстаке. Да, вот оружие. Давайте посмотрим, что нам надо. Вот, более крутые луки. Ну, как механ сказал, что они чисто для животных. То есть, по факту, нам они не сильно нужны. Вот пистолет тоже не очень. Вот что, болтовка. 150, конечно, обожженного железа. Ну, у нас только нету. О, механ помер. Дал дубу. Ну, ладно, мы, в принципе, предполагали такой исход. Да, мы предполагали такой исход. Так, стоп, он сказал, лучше жечь уголь. Так, уголь у нас есть, да. Давайте подожгем лучше уголь. Не будем жечь много. Да, нажимайте на Ctrl и разделяете. Если что, кому-то будет интересно. Так, давайте посмотрим. В принципе, ресурсы здесь не расходуются. То есть, это, инструменты здесь не расходуются. То есть, по факту, вот та кирка, которая у вас есть, вот она, эффект добычи 1. Здесь эффект добычи 2. Давайте я сейчас покажу, где тут инструменты. Вот, инструменты. Вот, инструменты. Кремниевый топор. Это алмазная пила для крафта, для рейда. Железная. Для вот этой кирки, титраниумная кирка, эффект добычи 3. В принципе, нормально. 20 урона, 10 урона, 15, наверное. Нет, 20 урона тоже. Да, для нее нужна глина, янтарь. Ну, в принципе, не такие уж и... Так, дорогие ресурсы. Дальше вот. Для зеленой кирки... А, нет, это ключ дальше идет. Для зеленой кирки нужно 20... обработанная мандиниум и кирка титраниумная. И эффект у нее добычи 4. И вроде как
Стоп. А, нет, стоп, подождите. Зеленый это... А, нет, тут есть также, ну, похожий на золотой топор, хотя делается он из не из золота. И обычный ключ. Это получается транспортный... А, это транспортный ключ. А, вот еще синяя кирка есть. Да, ультраниумная кирка, у которой эффект добычи 5. Так, ну, молот вот этот нужен для... Строительный молот чисто для того, чтобы заниматься строительством. Так, а этот ключ для разбора механизмов. То есть вот верстак мы не уберем, мы его можем только разобрать. С помощью... О, он гриль построил, слушай, он красава. А, точно, уже гриль построил, че это я? Так, потушим пока гриль. 3 минуты, нормально. Да, можем загореться немножко. Я сразу сдохну с голоду, скорее всего. Так, показатели. Защита от жары 30. Защита от холода 13. Защита от существ 6. А, это вот это вот. Защита от солнца в секунду. Что это такое? О, день настал. Так, костер. А, ладно, фиг с ним. Так, надо все закрывать, а то он ругается, что я ничего не закрываю. Нас могут зарейдить, бла-бла-бла. Да, но мне надо 20 минут у меня осталось. Мне надо найти где-то еды. 18 минут, черт. Еда вон бегает. Но это Йети, я его один не завалю. Так, давайте тогда я пока сбегаю в другой биом. Не знаю, другой это биом или нет. Но благо вот этот причесон, который сейчас на мне, да, вот этот вот моднявый причесон, он спасает меня от жары. Поэтому, в принципе, я не помру. Так, ладно, давайте я немножко побегаю, подобываю, подожду 4К, и мы продолжим. Так, в принципе, мы продолжаем. Механ вернулся. И сейчас он агрит Йети. Да. А я здесь буду стоять и в него стрелять, чтобы переагрить на себя, пока он заберется на дом. И мы, я так понимаю, будем его раскладывать с дома. Угу. Ну что, ты там попал уже? Бери правее, а не, бери левее. Так, его пока нету. А, все, бежит, вижу. Ни хрена себе он. Давай на эту сторону его нужно огреть. Вот сюда. Да, все, бей. Бью. Садись и копьем бей. А, стоп, понятно. Ха-ха, слушай, это жесть, это... Так, это один из читерных способов. Ты достаешь? Блин, да ладно, я промазал копьем. Ну ладно, у меня есть еще одно. Все. Иди собирай. Так, шкура. Отлично. 3 штуки. Видишь, как клево. Ну ладно, 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 это было очень клево. Так, что дальше? Ну все, ждем. Кого? Добывать пошли руду. Так, ладно, давайте мы пока на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Мы немного побегаем, подобываем руды. Не на запись, потому что заниматься всем этим это очень-очень долго. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. 4К. Ты че молчишь? До свидания. Все, всем пока.